Я слышу звуки выстрелов. Фишер, у тебя все в порядке? Это где-то впереди, Ламберт. Когда я думаю партизан, мне слышится Калашников. Что ты имеешь в виду? Меня так часто стреляли из АК, что я могу точно сказать, что сейчас стреляют не из него. Я понял. Узнай, что за странные вещи творятся у них с оружием, и держи нас в курсе. Контрабандисты. Контрабандисты? Ну да. У них тут, наверное, полно секретных проходов и туннелей. Эй, осторожнее. Не бойся, все в порядке. Не будь глупцом! Я старый, пещера опасна. Я дальше не пойду. Отлично! Поступай, как знаешь! Ладно, я, пожалуй, пойду назад. Давай, я пока побуду здесь, полюбуюсь видом. Мама не говорила тебе, что лазать по пещерам опасно? О нет, вы хотите убить меня? Только если ты назовешь меня обезьяной. Скажи мне то, что я хочу знать. Боеприпасы и медикаменты. Их тут полно. Крепости. Некоторые из вас действительно хорошо помогают. Зачем тебе понадобилось работать на плохих парней? Ты американский угнетатель. Ты плохой парень. Ты хочешь назвать меня обезьяной? Что? Нет. Тогда разговор окончен. Пожалуй, ты прав насчет оружия, Сэм. Да. Похоже, эти парни вооружились тем, что принято называть новейшими образцами оружия. Постарайся выяснить, как оно попало к ним. Проверь, возможно, на контейнерах остались штрих-коды. Просканируй их с помощью прибора электронного видения. Отличная игрушка. Где ты это взял? Бог мой, я не знаю. Честно, я не знаю. Тогда у меня для тебя плохие новости. Клянусь, если бы я знал, я бы все рассказал вам. Пожалуйста, не убивайте меня. Ну что же. Если уж ты не знаешь, откуда поступило оружие, может, ты расскажешь мне что-нибудь еще? Моргенхольд. Моргенхольд. Вы ведь, наверное, пришли за ним?
Он в той комнате дальше. Кажется, они его пытают. Пытают. Что ж, спасибо за информацию. Пожалуйста. Я не заслуживаю смерти. Один есть, Сэм. Попробуй найти остальные четыре. Постараюсь. Отлично. Ему хватило, когда он перестал говорить. Говорить? Мадре диез. Да он уже целый час не в состоянии говорить. Может, он притворяется? Иисус. Да. Клянусь, что он притворялся. Притворялся? Да у него язык стал как кусок сырого мяса, а мозг... Хватит. Добавь напряжение, Сол. Уже стоит на максимуме. Что? Может, принести новый аккумулятор? Ха-ха. Что скажешь, амиго? Ты хочешь новый аккумулятор? А? А? Погоди-ка, он же... Его уши. От них дым идет. Кажется, меня сейчас вырвет. Похоже, он мертв. Есть только один способ убедиться в этом. Я пойду погуляюсь. Ты мне и так не нравишься. Не надо усугублять это чувство. Кто? Кто вы? Заткнись. Зачем вы пытали Моргенхольта? Лассерда приказал нам. Зачем?
Что он хотел узнать? Какие-то математические формулы, программы. Я не въехал. Ты просто один из тех идиотов, которым нравится мучить людей? Да, точно. Ты можешь придумать хоть одну причину, по которой мне не стоило бы убить тебя? А, пожалуйста, я... Я так не думаю. Пожалуйста, не убивай! Фу, воняет. Мне не нравится то, что я слышу, Фишер. Звук цветочки. Хорошо, что ты не слышишь запах. Ты уверен, что он мертв? Мертвее некуда. Ладно, оставь его. Нам по-прежнему нужно получить записи допроса. Грим свяжется с тобой. Фишер, я же сказал, не трогать тело. Мы не собираемся эвакуировать его. Тот факт, что он мертв, не означает, что я должен бросить его здесь, как кусок мяса. Не давай волю чувствам, Фишер. Думай о деле. Неужели нельзя выделить 30 секунд, чтобы почтить память покойного? Сэм, это Грим. Необходимо, чтобы те сведения, которые Моргенхольд мог выдать им, никогда не вышли за пределы этого места. Сделаю. Я отследила сигнал беспроводной связи, которым пользовался техник, вышедший из комнаты до твоего прихода. Значит, я должен найти файлы, которые он загрузил на их серверы? Именно. Судя по тому, как все выглядит, у боевиков здесь был временный лагерь. Не похоже, что они установили здесь какую-нибудь сигнализацию. Это хорошо. Привет. Ты, похоже, важная птица. Я верен делу революции. Вы не получите от меня никакой информации. Правда? Хм. Похоже, ты сегодня забыл побриться. Дай-ка я тебе помогу. А! Вы не сможете! Что вы делаете? Ладно, ладно. Что вы хотите знать? Я ищу Лассерду. Он себя очень плохо вел в последнее время. Ты тратишь свое время впустую, американец. Он уплыл на корабле час назад. Теперь он уже в другом месте. Ну, тогда мне придется отправиться за ним. Не волнуйся, он от меня не уйдет. Желаю хорошего плавания! Я думаю, все подтверждается, Фишер. Да. Похоже, Лассерда давно ушел. Возможно, нам удастся выследить его с помощью эшелона. Пока не думай о нем. Мы будем держать тебя в курсе. Международные отряды спасателей, работавшие на месте землетрясения, которое произошло в Северном Иране в четверг, были отстранены от работы. Причиной стали донесшиеся до властей слухи о том, что агенты европейских спецслужб под видом спасателей пытались получить документы, погребенные под руинами правительственного здания. Готово.
ту маленькую чекинку, которая была в баре в прошлую пятницу. Есть 4 из 5 контейнеров, Сэм. Остался последний. Мы собираемся поужинать вместе. Думаю, отведу ее к Рику, приятель. К Рику? Там же чертовски дорого. Для моей малышки все должно быть первоклассным. Только... Что только? Ты не мог бы одолжить мне денег? Да получи. Чем вы пытали Моргенхольда? А, ну, Лассерда. Он хотел узнать алгоритмы. Какие-то компьютерные алгоритмы. Какого черта второсортному революционеру-коммунисту понадобились компьютерные алгоритмы? Я не знаю. Я не думаю, что и Лассерда это знает. Мне кажется, нас кто-то нанял. Почему ты так думаешь? Не знаю. Лассерда, он последнее время заключал много сделок. Что-то странное происходит. Я не знаю, что именно. А ты знаешь, с кем он договаривался? Нет. Тогда ты мне больше не нужен. Я рассказал вам все, что знаю. Пожалуйста, не убивайте меня. Это тот самый сервер, на который техник залил запись допроса Моргенхольда. Ты должен добраться до него. Ты молодец, Сэм. Вся информация, которую они могли получить от Моргенхольда, стерта. Исчезла без следа. А что, если они забеспокоятся по поводу пропавших данных? Было несложно сделать так, чтобы твое вторжение выглядело как ошибка в работе программы. Не переживай, у тебя лучшее в мире оборудование. Понял, что нам не будет.
Отличная работа, Фишер. Если нам удастся расшифровать эти коды, мы, возможно, спасем немало жизней. Как получилось, что никто не старается спасти мою жизнь? Ну, если хочешь, я могу взять еще аналитики, чтобы расшифровывать добытые тобой сведения. Вообще-то, если подумать, меня устраивает положение вещей. Какой дурак поставил здесь эту дверь? Это бессмысленно, глупо. Вечерняя звезда Марии Нарциссе, прием. Вечерняя звезда Марии Нарциссе, прием. Мария Нарцисса на связи. Слушаю, вечерняя звезда. Груз получен. Мария Нарцисса, все в порядке. Понял вас, вечерняя звезда. Наша команда на борту, мы готовы отправляться. Подтверждаю отправление. Понял вас, конец связи. Мария Нарцисса. Я надеюсь, ты не пытаешься снова отправить меня на свидание с незнакомой девушкой. Мария Нарцисса — это корабль. Как и та девушка, с которой ты пыталась меня познакомить в прошлый раз. Фишер. Молчу. Мария Нарцисса — грузовое судно, принадлежит португальской компании Челестини Инкорпорейтед, зарегистрировано на Филиппинах. Транстихоокеанские грузовые контракты. Не хватает многих деталей. Это выглядит подозрительно. Это выглядит так, как будто я снова отправляю тебя на свидание с незнакомкой. Не дождусь встречи с ней. Фишер, основная задача выполнена. Мы можем забрать тебя, когда захочешь. Тебе нужно подать сигнал с крыши маяка. Только сначала не забудь выключить свет. Понял вас. Ты с кем разговаривал? Что? Кто вы? Я тот, кто переломает тебе ноги, если ты не скажешь, с кем ты разговаривал. Бог мой. А, это был Лассерда. Уго Лассерда. Где он? Он на борту корабля Марии Нарцисса. Что он там делает? Оружие. Он развозит новое оружие по другим отрядам. Если ты мне соврал, я вернусь. О, Боже. Пожалуйста. Я больше ничего не знаю.